Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в My Time at Porsche. Так, что у нас тут ресурсики? А тут у нас от гражданского корпуса. А, ну да, это материальчики и материальчики. Точно. Очень-очень много материальчиков. Так, лишнее мы скидываем. И у нас тут есть всякие детальки. Ну, это мы пока что тоже скинем, потом продадим. И у нас там не хватает компонентов. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, все неплохо растет. Так, тут все выросло? Нет, еще нет. Нет, еще нет. И... Так, тут вроде тоже ничего пока не выросло. В общем, опять забыл купить все. Опять забыл. Сегодня надо будет этим заняться. И также решил проблему с досками. Не знаю, кто-то, наверное, уже написал в комментариях. Серия просто еще не вышла. Ну, на тот момент, как я ее записываю, она еще не вышла. Вот, поэтому я, как и почитал в Вики, там было написано, что нужно, типа, завод. Я сначала не понял, типа, какой завод, если там написано, типа, распилочный станок третьего уровня. И я полазил-полазил и зашел в конструктор АЭГ и нашел там завод. Да, там есть завод, и он строится из материалов. Только вот я не помню из каких, поэтому сейчас мы тут все быстренько перезарядим. Как раз дождемся 8 часов и пойдем на штурм в АЭГ. Узнаем, какой там завод нужен как раз-таки. И его мы и создадим. Придется, правда, его построить на территории. Поэтому, скорее всего, надо будет сейчас быстро пару кадочек. Так, стоп, нет, это я пока заправлять не буду. Я кое-что, кое-чего жду, когда у меня полностью разрядится, чтобы с нуля заправить. Так, мы, наверное, его где-то здесь и поставим. А вот эту фигню потом перенесем. Но для этого нам сначала надо тут слегка разобраться, чтобы когда мы будем ставить завод, его не выкинуло в соседнее село, как обычно это бывает у нас. Точнее, не завод, а все вот эти вот клумбы деревьями. Так, 8.02, можно идти за заданиями. И сейчас мы всего наберем, чего нам надо будет как раз таки на заданиях. Так, во-первых, это... так, это мы все скинем. Это не здесь, это вот здесь. 103 диска. Нет, возьмем 999 дисков. Так, сортировка. Дальше нам нужно вот этот один движок. И нам надо... Да, в принципе, нам больше ничего и не надо. Деньги у нас есть, все у нас есть. Так, давайте коня нашего заберем. Курей надо покормить. Ну, в принципе, давайте, сейчас я все успею, наверное, сделать и покормить всех, и все собрать. Овечки стали давать шерсть. Вообще шикарно. То есть теперь у меня и тут, помимо всего прочего, также и шерсть есть. И мне теперь ее собирать не надо. Вот, и еще и молоко. То есть я, наверное, этих я продавать, наверное, не буду. Потому что, ну, толку мне нету. Так, и там, кажется, что-то достроили. А, точно, бензоколонку. Ну ладно, фиг с ним, с бензоколонкой. А, мы же коня так и не забрали. Сейчас заберем коня и пойдем как раз возьмем задание. И посмотрим, что надо для... ну, как раз таки для этого самого завода. Но это не завод, это... Там, короче, можно... Как я понял, в заводе можно будет кучу всего делать. То есть там можно будет улучшать автодобычу, руды. Короче, что-то еще там. Я читал, там куча всего. Деревянные столбы 3 штуки. Да принять, конечно же, девочка моя. 3 столба, без проблем. У нас тем более они есть. И, конечно же, мы сейчас ей их... и сделаем. Так, у нас задание есть, я смотрю, 2. Но это ферма, помочь. А это кто? Это не знаю кто. Это, наверное, опять с бегом связанное. Ну, то есть там пробежаться надо из точки А в точку Б. Так, и давайте зайдем сюда. Как раз таки посмотрим на завод. Его раньше не было, но он открылся. Вот. И теперь это завод. Точнее, фабрика. Строить. Значит, на фабрику нам нужен еще один движок, алюминиевые плиты и композитные древесные доски.
Так, ну и там деньги. Ну, деньги это не сильно важно. Главное это вот купить как раз-таки. Я сейчас посмотрю, сможем ли мы вообще собрать это все, что у нас, что требуется. Вообще, есть ли у нас это или нету. Так, и там наше задание куда-то вон туда убежало. Ну, пойдемте его догоним, что ли. Стоп. А, так оно у нас не отмечается на карте. Это, наверное, доктор. О, крыса. Какой самолет классный новый. Это, наверное, крыса. А, нет, это Арла. Стой, 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 стой. Давайте поговорим. И, конечно же, испытание. Да, конечно, я с тобой пробегусь. Поехали. Яркая... Так, ярая площадь. Ну, погнали. Все, так. И теперь... А, куда мне теперь бежать? Оу, западное плато. Ну, мы хитрые ребята, поэтому... Просто туда тэпнемся. Ну а смысл бежать, если можно тэпнуться? Хитрость. Так, тем более мне вон до судна надо добежать. Все. Задание комплит. Спасибо, что... О, теперь у нас есть еще одно место, которое захочется посетить каждый. Конструкторы А и Г, Хиггинс и Артем. Ой, не успел. Это так, чудесная работа. Знаю, что все, как и сейчас, уже хотят окунуться. Ура, ура. Давайте резать. Все. А я не режу, нет? Арла. Так. Привет, Гейл. Я хочу окунуться. Ага, стоимость сеанса купания в городском источнике для одного стоит 200. Давай. Ха, прикольно. И все? Ну, я думал, что мы внутрь попадем. Так, а куда мне с тобой бежать-то, Арл? А, мне не туда я прибежал немного. Это значит, нам надо было просто АИГ открыть. Вот и все. Я-то думал, зачем нам сюда бежать. Ну ладно, точнее АИГ. Так, где мой конь верный? Погнали, нам вниз надо. Все, Арла, как ты и хотел, мы добежали. Да, он мне сейчас... Почему-то на английском стал, непонятно. Ну, плюс 15 отношений и 625 опыта. Неплохо. Так, и нам сейчас надо, значит, деревянные столбы, три штуки. И нам нужно как раз-таки доделать эту хрень. Во-первых, мост сделать хорошо было бы. И начнем с завода. Надеюсь, прокатит. Так. Ну тут, кстати, вот это я бы уже перезаряжать начал потихоньку. Там они всего лишь на сколько-то... На 8 часов осталось. А так на 12. Быстро расходуется, конечно. Так, стоп, нет, мы это еще не подарили. И не купили ничего. Блин, надо не забыть. Так, нужны столбы. Столбы. И каркасы. Вот так, зачем? Ау, точно. Сейчас. Так, убрать, подтвердить. Мне нужен мост. Нужен кусок моста. Вот, построй мне его. А, стальной каркас нужен один. Да без проблем вообще. Так, где он там? Стальной каркас. Стальной каркас, стальной каркас. Давайте 11 создадим. Давно хотел уже насоздавать каркасов, потому что они у меня все время что-то расходуются жестко. Все, кусок моста создается. Каркас я сейчас скину вот сюда. Хотя зачем, если можно вот сюда, нет. Вот сюда скинуть, да. Вот, и все. Так, это я сейчас потом скину, это мы отдадим. Это у нас есть, это я потом тоже скину. Это я все скину. А, так, 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 так. Нам нужны столбы. Так, столбов нету, но, кстати, надо еще купить двиган будет, не забыть. Так, столбы, вот, столбы 8 штук, а надо
3. Дальше нам нужен алюминий. 18 штук. Подтвердить. Также нам нужны доски. Композитная... Что это? Композитная деревянная доска? Да вроде она или не она нужна была. А у нас другого-то нет. Там... Надеюсь, что да. Потому что если нет, ну тогда придется что-то делать. И два двигана надо. Вот как-то так. Вроде бы. И пойдемте сходим к Эмили. Где-то она тут должна быть. Не понял. А куда она делась? Стоп. Ой, кажется, я просрал ее задание. А куда Эмили делась? Да, походу задание ее пролетело. А, вот она. Привет. Как там дела с твоей тыквой? Ну, походу, никак. Да, задание пролетело. Ладно, давайте вернем сначала столбы. Закупимся как раз всем. Значит, что нам надо купить? Кристаллы. Куча... Петре надо было сдать задание. Давайте поговорим с ней и еще сдадим все. Хорошо, что отношения у нас каждый год, не надо с нуля поднимать. Так, покупаем движки, покупаем процессоры и меняем... А, шило на мыло пока не поменяем, потому что у нас не на что менять. К сожалению. Ну да ладно. У нас есть... вот здесь еще камни, которые надо прикупить. Так... 10 штучек, спасибо. А, кстати, бензопилу возьми. Да, чуть дешевле, ну да ладно. Так, и нам надо купить все для нашего этого, для хаты, для нашей. Ну эти, как его, плиты, растения. Так, надо 3 яблока и 3 кристалла, семечки. Ну, вот это все. Вот это все. А, вот это все. Вот это все. Вот это все. Вот это 3. Вот это 3. И все. Да, все. Неплохо, неплохо. Даже очень неплохо. Так, где ты там, коняха? Погнали. И теперь можно в Айгейте. Как меня радует моя неубиваемая коняшка. А, стоп. Еще с ним пообщаться. Здорово, Акс. Кстати говоря... А, стоп. Подарок тебе подарить осталось. Ну? Не подведи. Так. А, так. Отношения с персонажем Ак изменились. Персонаж Ак друг. А как мне тебя нанять? А, кто мне скажет, как его нанять? Что там у меня там над башкой было сейчас? Ага, выносливость, секунду, осталось 200, я не знаю, я ничего не ел. Так, очков навыков нету, это мы сейчас все доделаем. Где там общение? Ну вот, так, друг. Теперь стоимость его найма для работ стала меньше. Вот теперь надо понять, где его нанимать для работ. Я бы нанял его с радостью. Так, ну и давайте-ка построим эту фабрику. Где она там? Фабрика. И я все правильно принес. 50 тысяч? Ё-моё. Ну, надеюсь, ты меня... Так. Надеюсь, ты меня сейчас не подведешь. Ну, давай. Не, ну тут я ставить ее точно не... Слушай, она здоровая. Давайте пока вот так ее поставим. Я знаю, что у нас там кое-что улетит, но да и хрен... Стоп, а ее улучшать надо? Да не... Если ее улучшать надо, это вообще жесть. Ну, в плане... Да, надо улучшать. Еще 50 тысяч. Блок И, медная проволока, алюминий... Ой. Надеюсь, там не третьего уровня требуется. Просто если эта одна фабрика будет делать мне все...
Я даже не знаю, что там сейчас будет на фабрике. Просто фабрика с хрен пойми чем. Так, нет там доп. Заданий нигде все же. К сожалению, нету. Ну ладно. Фабрика. Какая она здоровая. А мне внутрь надо заходить или что? О, мостик готов. Прикольно. Так, давай-ка кое-что следующее сделаем мне. Это как раз-таки... кажись, вот это. Да. А, композитные доски нужны 4. Точно. Да ладно, туда еще и заходить надо. Тут все на английском. Ну ладно, я думаю, я разберусь. С переводчиком. Так, книги. Ой-ой-ой, верстак. Ни хрена себе. Так, стоп. Мне надо. А, то есть... Походу, фабрика заменяет вообще все. Ну, судя по содержимому фабрики. Мне нужны композитные доски. Где я их могу получить? Где я могу получить композитные доски? Это блендер. То есть мне надо сюда загрузить пшеницу и слизь из своего инвентаря. Продажа 2. Тест 1 час 26 минут. А бетон 45. Час 15. Я не знаю, сколько это штук. Так. Кожи нет. Это стальной шарик. О, у меня стальных шариков не было. Шестерней тоже не было. Но пули мне и не нужны. Так, плавильня. Ну, на плавильне нового, кроме титана, нету ничего. Кристаллы? Здесь за кристаллы? То есть... Ух ты, слушайте, это кристалл, титан только надо будет. Так, а здесь нужны композитные доски. Вот композитные доски. Значит, нужно... Титан... О, еще... А, вот, для титановых пластин это надо. Так, значит, нужно крепкое дерево, железное дерево и... кора. Я вроде все это имею у себя на предприятии. Кстати, там что-то поспело. Значит, крепкое дерево, железное дерево и эти. И что-то еще. А, из головы вылетело. Так, крепкое дерево. А, кора. И железная древесинка. Ну что ж, пойдемте. Короче, там, походу, можно... Слушайте, ради прикола, хочу кое-что попробовать. Где-то у меня здесь лежат, да, вот это и вот это. Чисто ради прикола хочу попробовать. А вдруг? Так. А, можем прямо отсюда делать, внутрь заходить не обязательно. Так, давай, сделай мне вот эту штуку. А как мне... А что мне для этого надо? Подтвердить. А, подтвердить и... Не. 500. Подтвердить. Да. А, ну сделай мне сколько? 72, сделай мне. 72. Подтвердить. И чего? Что-то я не понимаю пока. Как работает завод? Силовые камни тратит. О. Ага. Ой. Ну, у меня столько материалов нету, чтобы ты мне столько создал. 2 дня. Вот. Так. Вот это отменить. Вот это отменить. А вот это отменить. Ну да, зря я это отменил. Так. Сделай мне вот этого 72 штуки. Подтвердить. Ну... И... Да, кстати, я хотел вот эту штуку вот сюда выставить, посмотреть. Я прав?
кажись, я прав. Так. А мне делается вот это? Или нет? Я хз, если честно. Как работает завод? Так. Это ящик для материалов. Понятно. Только вот это вот мне отдай. Слишком дохрена ты хочешь. Книжки нужны, чтобы улучшать. Это я понял. Теперь понятно, для чего улучшение. А материалы-то мне сделаются или как? Так, ну я ни хрена не понимаю, если честно, как он работает. Ну давай 50, 12 дней он будет работать. Или сюда нужно что-то разложить. Не-а. Ладно, попробую разобраться сейчас. Так, ну в общем, как я понял, я все правильно понял. Так, ну для этого нам кое-что понадобится. Если я все правильно понял, в общем, туда надо поставить машины, загрузить топливо для этой всей хрени, сырье и все остальное. Так, ну давай предположим, распиловочные. Два распиловочных как раз таки туда нужны. Ну, больше-то ничего не нужно, кроме распиловочных. Где вы там, мои любимые распиловочные? Угу. А, процесс пошел как раз-таки благодаря распиловочным. Вот, 1,56. Ну-ка. А чё еще 1,56? Да. Двенадцать дней она сможет функционировать. Не понимаю я чего-то, как эта хрень работает, как мне ее делать. Единственный вариант — это попытаться сейчас сделать с помощью вот этой маленькой хитрости. Нам же нужно делать то, что по заданию. А по заданию нам нужно вот это. Мы нажимаем создать, и у нас здесь это появляется. Заходим сюда, заходим сюда. Плиты нужны композитные. Создай мне, ну, вот столько. Подтвердить. 2 из 8 задания. Но алюминиевые плиты ты не создашь. Вопрос. Создаются ли плиты? 1:53. Да, они создаются. То есть через 1:53, походу реального времени, а не игрового. Да не, это смешно. У меня создаются 72 доски. Ну, короче, да, все правильно. Значит, выставлять... О, это ж муторно. Хотя... Так, у нас там еще два прибора. Куда-то утилизатор телепортировался. И что-то еще телепортировалось. А где они? А, вон вижу. У входа стоят. Ну, раз мы это все можем вот так спокойно делать, и я все же все выставил правильно, то, что нам мешает как раз таки сейчас там выставить все, что надо, и заставить все это работать. Ну, будем создавать небольшими кучками. Небольшими. Так, вот это и вот это. Ну, утилизатор мне здесь не нужен. Так, ткацкий станок. Нет, печки мне не нужны. Раз, два, три.
А печки мне не нужны, мне нужен вот этот станок. Хотя давайте выставим печки. И давайте выставим тогда уже и вот эти 6 штук. Пока что для начала, ну, чтобы зря не пропадал. У нас есть еще что-нибудь? У нас кроме утилизатора ничего не осталось, да? Ну да. Ну и хрен с ним. Так, и теперь он сможет создавать мне ткань. Я прав? Надеюсь. Так, это отмени. 1 час и 6 минут. Нет, это игрового времени, да, детка? Так, ты мне сможешь создавать также еще и еду. Ой, сейчас сколько еды-то он создать может. Прекрасно. Так, но нам надо. А, что ты мне... Что я хочу себе создать? Создай мне доски. Давай 200. Подтвердить. Все. Создаются? Сейчас 20. Супер. Так, дальше. Что мне еще надо? Я хочу, наверное, чтобы ты создал мне... Ну, вот это вот. А не хватает руды. А, у меня и нет руды. Чё я парюсь-то? Руды у меня и не было никогда. Так. Ну, давай вот это создадим. Свинец. Ну, давай весь подтвердить. Так, 40 минут, 999 штук. 1 из 72 заказов. И он делается именно... короче, каждая технология... все, я понял. Я более-менее разобрался. Так, что нам здесь? Свинцовые шарики. Даже так, ну давай... 200, наверное. Подтвердить. И здесь 100. Там один к двум как раз. Вот, и давай создай мне... Сколько там? Сотку? Ну и сотку свинцовых шариков. Та же самая хрень с шестеренками. Ага. Стоп. Так с шестеренками или... Ну ладно, давай тогда этих 150. Подтвердить. Даже... Стоп, отмена. Еще 10. Вот, как раз. А, и 40 штук мне создай вот этих. Все. Так, шкуры. Ткань мне это не нужна, веревки мне не нужны. Мех. Водонепроницаемка. Ё-моё. Ясно. Ну давай, 230, 72 и вот так. Все. Сколько ты можешь создать? 36 штук. Ну давай мне 36. Так, и в итоге он у меня все делает. 1 час и 3 минуты, и куча всего у меня он сделает. Шикарно. И благодаря как раз-таки этим станкам. Если я заменю их на более крутые, естественно. Так, давай еще 4 сотки. 54 дня. Идеально. Просто идеально. И все это сейчас, все, что у меня было, переместилось от меня... в этот, в рюкзак. Ой, точнее, в инвент... в ящик тот. Это прекрасно. Так, здесь мне надо ковры расставить. Давайте-ка я этим быстренько займусь. Так, ну в принципе все. Досажал. Так, сейчас я только посмотрю. Залит. Это у нас селитра. Залитовое дерево. Сейчас мы его как раз таки досажаем. Кое-где получилось. Тут немного сделать, конечно. Ну, совсем немного. Так, это у нас селитра. И это у нас селитра. Да, переборщил немного, купил больше, чем надо. Но если что, остальные продам. А вот, и осталось здесь высадить только персиковые деревья. И все. А дальше... А, нет, абрикосовые, извиняюсь. И вот эту вот непонятную хрень. Ну и огород переместить, этим я уже потом займусь. В общем, фабрика интересная штука. Кстати, давайте-ка зайдем. Мне кажется, уже час прошел. Там все должно было сделаться. Так. О! Чего? Простите, это что за хрень? Да ну нах! 2 часа делается одна штука?
То есть это будет делаться 70 штук до скончания веков? Ну, походу, да. А я обрадовался. Слушайте, ну... Так говно фабрика-то. Ну, в принципе, единственный плюс фабрики, то, что можно назначить все вот здесь. Кстати, 300, да, 300 вот здесь мест, можно избавиться от этих, от печек, от всего. И то нельзя избавиться от всех печек. Можно избавиться от вот этих вот станков. То есть вот это вот все можно тоже, например, туда тащить. Но... Что-то как-то не ахти, если честно. Я слегка гонца разочарован. Но, с другой стороны, здесь не придется тратить как раз-таки вот эти камни. Что, кстати, классно, если так подумать. Вот, 2 часа прошло. Если так подумать, то классно. Камни не придется тратить. Ну, здесь ладно, с этими печками-то фиг с ним. Я тут все сам сейчас буду перезаряжать. Тем более у меня можно нанять помощника. Кстати, где-то. Стоп, я догадываюсь, где. Мне кажется, это делается в доме. У меня вон энергии 598. Ну, время 7 часов, у меня есть буры, я думаю, я ее потрачу. Так, вот здесь, наверное, нанимается помощник. Так, настройки помощника. Стать, так, журнал помощника, настройки. А как нанять? Ну, ладно, походу, нанимать как-то заданием каким-то. Не знаю, каким только. Ну, обломно, обломно. Я рассчитывал, что он прям быстро мне сделает, а он будет эту хрень мусолить целую вечность. Так, убрать, подтвердить. Ну, из плюсов можем вот это вот... Я передвину, значит, конюшню с курятником, поменяю местами. Так, как за лошадью слишком далеко бегать. Вот, и вот это вот все уберу, и, наверное, завод поставлю лицом туда. Как раз фермы у меня вот эти уберутся, все у меня удвинется туда, тут уместится дом, да и все, в принципе, будет шикарно. Ладно, на этом мы тогда пока что будем заканчивать, я буду дальше разбираться с заводом. О, стоп, задание впереди есть у кого-то. Летающих свинок испытания. Ну ладно, потом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Артём, всем пока!